ты другу, Валяру. Не, я уже достал это в 3-5 этого танчить все. Уже нервы не было. Нет, у Аляра больше. Если Аляр появится, он заберет. У него 25, у тебя 17. Блин, он был. Он уже просил. Так, с первого уже нихуя на шамана нету. Нихуя. Аляра больше. Корень, корень, корень. Корень, корень вон, Алиса. Корень. Ну, неплохие запы. Не хочешь запы? Ну, они с духом, как бы так. Спасибо, у меня 277 ссылка. Ну, с чем они? Из-под Экрит Хаст. Да? Ну, такое. Мне интересно, Паш. Дерево. Где ты с духом видел кольчужный на шамана? Я думал, ты про запыт эти тканевые имеешь в виду с духом. Но с первого босса имею, который уже типа. Меня просто слушай с вот этой механикой Т5, что они там малыми волнами хилят. Все меньше и меньше. Хуй знает, к хосте положительно отношусь. Здорово. Тебе, Паша, тоже, да, на хапал нужна голова? Да. Но у меня грудака нету, поэтому можно еще подождать. Так. Да само не вытереть чистее. Ну, если на этом упадет, то он Алиар по приору походу забирает. Обычное аниме смотрелось. Сот кого забирает? А он Алиар этот вот на ластах хочет, чтобы голову забрать на паладина. Он по приору меня обгоняет, поэтому... Паша. В чем? Паша. А. Да не ты, блин. У Люба спрашиваю. Не, я говорю, это, там руки нужны, с Любом базарились на ноги. Вот. Типа я со слепца заскочу вам. А вару можно было, ну ладно, он вреди был. Минусанешь вару? Да, я сейчас всем отминусу. Не надо, я был на категории шаринг. Я просто не успел долететь. Значит, не был, значит, не успел вылететь. Пашка Бедол, а голову ты пятую забирать кто-то, нет? Ну, я пока не буду, типа, я не смогу 4 куска пока. Ты куска пока одеть? Первый же. Поэтому я не буду. Лёва, как это? Мариход, уточняй, на кого? Ну, тебе там навары или на кого? Нет, мне только штаны. А, тоже что? А, ну сейчас со штанами пролетаю. Ну, значит, слепец и этот, и ласк.
Вы не стойте возле шкафа, начинайте суманить. Выберите кого-нибудь в таргет, тыкайте. У нас кому-нибудь Т5 на мага надо? Ну, если пустующий. Ну, не знаю, там ДКшником что? Шари. Так. Спихи минус нол. Пол ватса птица. Прости, себе два раза минус нол. Сука. Вот, тебе чего-то не хватает. Такого, а? За спиной. Шамана Паш, твоего сумонить? Подожди, пока не встал. Шамана надо выкинуть. Слипи присумонить. А он и так тут. Ну все. Харя, тебе осталось что-то на ДК что-то? Вроде плохой с болезнью. Нет, я из Т5, Харя. Мобов разделять хорошая тактика. Будет бить две пачки в деле. Болезнь просто. Там сейчас еще третий согреться. Убить вас, что ли? Короче, да. Остановите суицидника. Сука бегает, блядь, заебали, пиздец. Это Урсу? Там мобов сходит, наверное. У Урсу, блядь. Там на Тимура водный элементаль идет. Это то, что я закрывал портал, видимо, добейте его. Он освоится. Крел бегал, да? Угу. На тебя там пиха кричал, стой, стой, он же Нэшка. Подожди, немножко. Блять, пиха, ты опять поменял реакцию? Че, в мою рот, блять. Я уже запутался. Сейчас бы Тимура солнце путает голос. Сейчас бы хотел слышать Тимура вообще, блядь. Кусы, Тимура очень. Он частенько говорил. Ну, правда, не этом недавно канале. Недавно начал. Недавно. Мурл крак. Так. Саша не лобается. Попробуй все скачать.
Бля, я надеюсь, там Тася не добьет Джайну и завтра будет добивать Джайну. Пипец, ты добрый. Да нет, просто я с ВРС с ними хочу сходить. Паладином. А если завтра они пойдут, то, блядь, и мы тоже завтра идем. И как мне сходить? А есть Симон? Угу. Местам стали. Три танка? Ты про что, про WhatsApp? Это довесок. А, нет. Что, можешь подамажить? Но он не удержит. 4-5? Тебе напомнить, когда Мелизону отъебало, блять, тем, чем вообще не могло отъебать. На слепце. Че не могло, могло. Там нужно все на всего милику отойти. И заносить этот стол. Дай Геру сразу. Сань. Скинули. Подержи пока. Подержи, подержи. Перевод. Скинули ага. Там Мурл приспуришь. Я вообще не беру. Стоишь там где? Сойдет с платформы, будет дабл спаун, будет вайп, будет 300 гп. Неплохо.
Держи пока. Доливайте. Не уводи. Помоечка. Максимум, наверное, кольцо. А вот про какие запады ты говорил, банк. Ну, сам подпять можно было бы, но почему? А что, будешь перезаходить? Нет, нет. Мне все больше не нужно. Ну, типа. Грудак не упал. Нет, в голову я. Триня винтовая. У меня есть. Мне на паладина буквально пару боссов нужно. Вот в ЦЛК я на трех боссов залечу. Так. Скрытие. Поставь порт в дал, Назар. Олька, пошли со мной. Ой, микрофон. Извините. Хуя ты, блядь. Вот от кого? От тебя я точно не ожидал. Свинота. В смысле? СХС? Они двое там играли вдвоем, пока нас админ проверял на острове админов, помните? Пиха и Саня, блядь. Не, ну Пиха я помню, рыгал. Паша. Пиха, ты... А, нет. Что, прыгай со мной, да. Самонти шаман, самонти варов. Чё, мы будем повесить, блядь? Рыба стоит. Поваром рыбалку, шаману рыбалку, удочку закинули, вылавливаем. Макрос, как не стыдно? Кто не ожидал от Макроса плюс чат? Такой прям, знаешь, хороший юморок на уровне вот где-то в глухой деревне на этом, на сортире разваливающемся. Видишь, блядь? Вот примерно такой уровень развития. Там одной ногой в говне, второй ногой в коровьем говне. И козьи какашки, как семечки щелкаешь. Это твоя шуточка только что была тоже оттуда, да? Про Беларусь?
Тут слишком много говна в одной шутке. Кажется, это не макрос, это невроз зашел. Солнухи с лопухами перепутал, блядь. Подсолнечник, блядь. Понял. Зиксеров. Я прикинул, как подсолнухом притираться. Чайком, я понял. Фитмас, где удочка, блядь? У меня нету удочки. Ты же рыбак, ёпта. Ну, здесь нету, блядь. Закидывай, нахуй. Так, господи, что они сделали? Я их О, поймал. Рыбку они сделали. Нормально удочку не закинуть. Шанс выловления этой рыбы. Давай, тотализатор. Кокич умрет сегодня? Я умру. Умрет, конечно. В центр нельзя закидывать жирло кулечку. Вообще, вот вся зона, то, что-то светится, нельзя. Раньше было. Тебя поднять? Не. Может, все-таки поднять крита нету? А вы не поднимете. В текстах? Угу. Причем стоял на деревяшке, вместо того, что я был в тексту. Подожди. Я, блядь, упорный, я попробую найти. Ну, в 60 метрах от меня я вижу големов, вот, вулканы, которые тоже падают медленно в них. Не, со дна самого даже не достаю. Я слишком далеко надо. Ну. Ты нырнул вниз, что ли? Да. Надо собрать. Это неудачный наскок был? Оттолкнуло и я полетел. Очень просто можно в текстуру летать. Стоишь между деревяшкой и боссом, он тебя впишивает в текстуру. Можно его тут встать у подсвечника. Я стоял на деревяшке просто сейчас. Как тебе такое? Значит, еще обо что-то впечатлено. Я уже как-то говорил, на этом замечательном сервере я умудрился провалиться под текстуру, чарнувшись на арене ладдероном ровной поверхности. Это много интересного. Че, нас слетел? Когда, да? Я почти тебя догнал, осталось еще 8 франков, то есть где-то выстрелиться. Как? Кстати, пытайся рейд этих РДшников ставит на вот эту вот платформу. Пытайся генечку. Типа, и их не откидывает, они могут нормально дамагать. Видишь, хитрый мурлок если откидывает тоже. Помню, как хитрый мурлок, ну, только волной. Кого не развалил. Так тут тоже не откидывает, меня не откидывает, смотри, где я стою.
Водометом будет скидывать. Чем-то еще нет. Все, можно тело покидать-то? Да? Я пошел перезаходить. Я тоже. Там сейчас хуйня стоит нам будет, да? Угу. Да. Я у. Спасибо большое. Он патрулировал там, я. Там шаря есть у вас? Болик же патрулировал. Танки взял. Пашка, я же тебя перенес. А ты на варе типа? Нет. Я практически, я, блядь, и... Ну там токен никому не нужен. Будешь в сетке взрывать? Что делать? Это который на демоне, что ли? Это который на роботе уже. На, изи. После трэша шкаф поставить, типа, снимайте. Зараза, еще прыгай, блядь, пожалуйста, разойдитесь. Вы умираете. Сложно. Потому что гильтики дикие, что. Ёбаный рот. Сори. 47 кусков. Спать разогнали, это просто блядь. Все на лужу сейчас сбежаться. У Лара выживаемости маловато банка. Ты вдумался об этой кнопке. 6 секунд КД. Под каждой тяжкой у тебя 50 капсорб. Это, блядь, не хуево. Ну не 50. Пиха, а что вы собрались в три танка? Ну, ты токен, да, Финмус, танка, вы что-то собираете? Мне шел этот поезд. Финмус, не знаю. Двигайте. Кто за пули, тот помпис. Ну да. Запулил помпис. Это был негр. Оль, пришел Симон?
вот эти мобы, они подкидывают танков или нет? Да. Да? Отсюда их видят. А мечик кому-нибудь нужен, который я линковал? А он красивый на транс? Не-а. Ты думаешь, ради чего я это говорю? Может, он еще за спину вешается, не? Этот нет. Дайте собрать стопнуть АУЕ. Ну, блять, вау. Помянем. А есть у кого-нибудь джефс? Падай ко мне, поставлю. Олег, не прыгай, не прыгай. По... Так я и не думал. Я его присумоню легче. Попрошу Мурлока поставить в шкаф. Дорогая? А, ну Оля в рейде, так что что вы думаете? Обрадовались. Да нет, мне нужен сюрикен. Ты уже и так три забрала. Два. Ну два, ладно. Два из двух? Да. На этом же месте, чуть дальше. Оля чисто на сюрикенах поднялась. Да если их покупали, так хорошо, как они падают. Ты Серёгу уговариваешь, чтобы он у тебя покупал. Он перепродавать будет. Только, Олька, там без сисек не получится уговорить. О, кажется, бабка. Говорить получится, скидку не получится выбить. Ну да, это уже шмот. Где-то здесь, да, должен сюрикен упасть. Угу. Пойдет сюрикен и Мурлок его сролит. Мурлок, я тебе 300 гп обещаю. Я повышу до возможности начислять гп ради такого. Не будет. На шамане не хватает 2 усилка, да капку на 2 приходится сразу сделать. Ты же постоянно его делал. Я сам бинкуй вторую апнул, который как-то начал мозги мыть. Чё вы там нашли? Бродячий моб? Бродячий ищу. Придет два танка оставлять.
Гу-гу-гу-гу. Рыба стоит. В поле под Дживсона сзади. Спасибо. Че? Можно нормальную каску, пожалуйста? Блок. Да-да, баф. У меня знаки кончились было. Ты же запасливый, как они могли кончиться у тебя? Я запасы месяц назад. Тут макроса нету, поэтому так. Серега, 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Бегут, бегут. Что она учит с этим быстро? Там это контролируешь ситуацию, бегаешь. Да. Чекаю могу. Ну мне все равно нечего хилить. Я частицу кинул, блять, и все. Она сама за меня хилит. Надо было друиды создавать. Шмот духа вообще никому нафиг не нужен. Накидал дотов и сидишь чай. Заебываешься. Есть на новом контенте можешь заебаться сильно. Тут через так играются и, блять. После каждого часа все труднее. На хупале вам постоянно приходится тыкать одну цель, только хилит. На хупале тоже нужно стать и поддерживать. Идет покемон. Лови. Делаю баррикаду деревянную. Ловить так, меня демон сразу. Там шаря поймал нормально. Заразно есть инфа? Не, нормальный он. Или ты так подержишь до конца босса его? Может, под босса можно лучше свести, типа. Подводи его под босса. Давай забьем. Он, скорее всего, просто лужу высрет после смерти и все. Зараза. Привел, блядь. Ну, спасибо. Уводи. Ренджу наберите, у вас метража дохуя для РДД. Ну, или физдохнул. Ада, заливайте. Ада, блядь, заливайте, а не босса. Абсолютно все РДД. Мурлок. Хуй. Болезнь стакается, усиливается. Ну, мозгов не хватает, разойтись, блядь, места мало. 100 метров, блять, комнаты. Так, ёбаный. Поднять кого-нибудь? Макроса подними. Вынести давно из мелизаны. Ну, спустя полчаса. Никого не бьет. Рибав по ДК. Вот сап, дай макросу каску. Ну ты сейчас бафнешь, потому что я умер.
для мага. Где-то в мелизоне шарахается. Да он опять умрет сейчас там. Пусть хоть сказку и умирает. Я теперь как ты буду, блядь, мне реки жалко. А разве у меня 20 должен был перейти, или он перешел уже, я просто проебанил момент на БС? Нет, значит, он переходил на 15. Желательно, чтобы разную сторону смотрели, блядь. А у него забагалось что-то. Да поэтому он хуярит и шарил. Поэтому Ума не первый, я хуярит в него почему-то. Вот сейчас за палатку зайди сейчас. За палаточку. Палаточку, ты знаешь, где палаточка? Хоровод, хоровод. Нормально, у нас сейчас РДД потанчит еще чуть-чуть. Может, тогда нам через не будет вот на перефазов. Нет, там баг какой-то. Ляки, либо шмайки. Паша Фидмас, а банка ты полутал шею? Нет. Я брал космо или. Тихо, она мне уходит. А, да, сори, забыл. Ну чё, скачу нам почему? Пих. Блять, пиха, пиха с микрофоном, ёбаный в рот. Парочка. Почему ты еще не на себе? Ну сейчас я трэш добью, пока вот перезагорит уже воронка полутает. Сейчас сразу двоих сагрит. Зараза. Ты должен. Какая опция? Корова, блядь, за сразу. Ну, вместо того, чтобы присамонить весь рейд, который я перезаходил.
и третьего, блять. Да ебаный. Так может показаться, потому что типа резист тестят пацаны. Чарли, ты там тоже стоишь под боссом, что ли? Я подумал, можно побить, раз нет меликов, но походу не очень. Идея получилась. А там же этих куча петов всяких, может, между ними еще катается. С ними не катается, катается только между долбоебами, которые стоят в куче, блядь. Не, в мелизоне только пашем. Что-то у тебя больно быстро стакалось. Я пытался выносить ее, но... Не вонючий остался? Попробуешь скинуть и резнуть? Нет. Прикипало, что ли, блядь? Да, до сих пор еще один заразный там из этих двух. Тикаем, хлопцы. А, ты уже... Я... Вы хоть одного бейте, у которого 3 миллиона? С Маргримом получается, да? Кольчужный, да? И шея хастель по 5. Чё, я респих? Типа он предлагает тебе с РС забрать кольчужную. Правда, она не падает никогда. И там он полюк ждет. Рипы БК протянул. ЦЛК, рубиновое святилище. Героически, 25. Ищем шею кольчужную. Что-то пиха, я не вижу кольчужную шею. Он про поиск. Поиск. Как может быть шея кольчужная? Ну, вот мне тоже было интересно. Ну из кольчуги такая. Пояс, пояс, СРС это потом. Там он полик и так далее. У
Тебе же сонап находку надо сделать. Поставил каску, дай. Каску дай. Финмас. Я не вижу еще твою сову. Давайте хоть проверим по одному, что там. А что ты, Паш, хоть один Т5 полутал токен? На руки что как-то вроде забыл, да? Или там не упали? Я не знаю. На кого токены упали с этого демона? А, там Пифа забрал. Чё по самому? Ну, у кого такой фон? Какие пихи? У меня что-то один токен только отображается, второй в боссе словно остался. Значит, нахуй. Так, это мы за два дня закрываем, получается, когда у нас второй рейд будет. Да. Если за два дня закрываем, ты хотел сказать. Может, Паша, мы РС сегодня пронесем, чтоб как в прошлый раз не получилось. Вася. Да, кстати, проще будет. Так времени уж мало. Я тоже был бы не против, кстати. Или бунт с демократией. Типа сейчас без очи, без ничего, напрямую, на прополую. По-быстрому и все. А тут больше часа. Тельник тогда максимально тех, кто без КД. Ну, ока. Дерг. Должны быть. Иди их отпусти. Курлык? Рэмпы. Нихуя. Чё? Ой. Хорош. Чё он не спулит ёбаного босса? Запиха вся комната. Почему, блядь, банка слетает, когда, блядь, с инста в инст приходишь? Там Кольки, чего не видите? Интересно. Потому что банка действует только в инстах. Ну, при сумоне я же с инста в инст же иду, блядь. Да, тут почему-то непонятно спадает. Типа из инста выходит... От шкафа мастерец кастуй. Надо написать, что хуйню заебало. Наверное, с ники меня не достанет, на самом деле надо будет резать этот лифт. Я не достал. Этот лифт лист. Там сама зарез. Я их резу, у нас рез. А, да, шарил он рез. Саша, а чё ты? Прожимную трени не носишь, да, Финес? Рыба стоит, джип стоит. Рыба в рейду, погнали.
пуляльщика ревели. Милики сразу не подходим, смотрим. Нормально подходим, сливаем. А вы на ком? Совет. Да там они туда на с левой резист. Стороны ближние два пака. Орлок, что ты там забыл? Он дохлый валяется, да? Не сейчас. Слишком уберите Аду с собой и пошли туда. Паш, что ты там забьём? Рыба, твоя мешка? Я не помню, мы убили текстурного или нет.